Всем привет, с вами SteveProи сегодня покажу вам мод, который управляет 3D блоки в Minecraft Pocket Edition. Это уже третье обновление данного мода. Здесь, что могу сказать, здесь добавят такие лестницы. Уже в 3D, но они маленько бакают. Текстуры у них недоделанные. Дальше вот добавили Ender яйцо. Добавили 3D крафт. Уже, наверное, кто-то в первой версии, когда я обозревал, видели маяк. Но он еще пока не работает, к сожалению. Вот. Дальше. Обновили печки. Теперь все видно, когда ты в них что-то делаешь. И золото, и железо, и горит. Вот еще один маяк. Эндер драко. О, эндер яйцо и крафт. Так, также тут. Ну, что я могу сказать? Кто заметил, вот потолок 3D. Ну, это такой блок. Также стена в объеме. Ну, это, наверное, все иллюзия. Но зато выглядит красиво. Так, ну, я могу показать вам очаровательную. А ее маленько изменили. Выпирающие блоки убрали. Ну, скорее всего, совершенно изменит скоро. Вот есть такой еще заборчик. Ну, я не стала его показывать, так как он, ну, маленько баганный. Вы сами видите, что с ним творится. Походу, он маленько хрунул. Или что-то в этом роде, но текстуры он не имеет. Вот. Ну, это мод, вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И также скачивайте его в описании.